вопроса культуры, сохранения исторического культурного наследия. Безусловно, это наша приоритетная задача, о чем мы говорили, когда обозначали планы на 2022 год. Мы запланировано продолжение в 2022 году той большой работы, связанной с решением накопившихся инфраструктурных вопросов. Я хочу подчеркнуть большое внимание, которое уделяется этой сфере правительством Российской Федерации и президентом страны. Мы видим, что инициативы в этой сфере, несмотря на все сложности, экономические ограничения и ограничения, связанные с пандемией, достаточно серьезные, были инициированы и реализованы в 2021 году. Если говорить про цифры, несколько цифр хотел привести. В следующем году у нас запланированы и предусмотрены в бюджете ремонты 12 сельских домов культуры, 5 школ искусств, а также капитальный ремонт, техническое оснащение муниципальных музеев, пополнение фонда библиотек. Мы в достаточно высокой стадии проработки с Министерством культуры Российской Федерации находимся по созданию арт-кластера, пространства для развития креативных индустрий в Петропавловске-Камчатском. С Министерством культуры Российской Федерации, как я уже сказал, он прорабатывается, вошел в те инициативы, которые на уровень председателя правительства вынесены и сейчас будут доложены президенту страны при успешном обсуждении, одобрении со стороны президента. Петропавловск-Камчатский станет одним из городов на Дальнем Востоке, в котором такой проект будет реализован.